Доброго дня! Вас вітає дитяча телестудія. Я вважаю, що пісочне печиво – найкраще. Наша знайома, мармеладна лисиця, навчить нас його робити. Сьогодні предлагаю вам дуже простий рецепт традиційного англійського пісочного печення. Оно дуже вкусне виходить, просто тает, во рту дуже класне, але рецепт дійсно просто елементарний. Итак, рецепт можно рассчитать на 1, 2, 3. Одна часть сахара, две части масла и три части муки. Но это нужно не по объему брать, а по весу. У меня сейчас 100 грамм сахара, это приблизительно 90 миллилитров, если вы вдруг стаканом будете мерить. 200 грамм масла, это пачка стандартная, и 300 грамм муки, это приблизительно 500 миллилитров. Два стакана по 250 граммов. Масло у меня размягченное при комнатной температуре. Я засыпаю сюда сахар и буду так растирать деревянной ложкой. Можно это сделать с помощью миксера. Вот у меня еще чуть-чуть масло твердовато все-таки. Но это не важно, я разотру его. Миксером, если будете взбивать, то нужно, конечно, подождать, чтобы масло было уже помягче. Вот так выглядит готовое масло. Оно полностью смешалось с сахаром, но можно не тереть до того, пока сахар полностью растает. Просто они должны хорошо смешаться. Теперь высыпаем муку прямо всю за один раз. И маленький секретик – это малюсенькая щепоточка соли. Вот, не больше. И хорошо, если соль будет не совсем мелкая, а такая чуть-чуть крупиночками. Тогда печенье будет такое полностью сладкое, и время от времени будут попадаться такие маленькие крупинки соли. Это будет очень вкусно. Немножко смешали ложкой, и потом начинаем мешать руками. Поначалу вам будет казаться, что муки слишком много, и из этого невозможно сделать тесто. Но вы вот так растираете, растираете хорошо, и в конечном итоге у вас все соберется в один ком теста. Вот так оно собирается в шар. Он такой растрескивается немножко, но это не важно. Нам главное все это собрать в кучу, скажем так. Так, берем противень, любой. У меня это низ от разъемной формы. Очень удобно. Вообще можно раскатать это тесто, повырезать там разные фигурки, если хотите, и испечь в форме такого стандартного печенья. Но раз уж это традиционное английское печенье, то я покажу, какую форму придают ему англичане. У них получается такой песочный коржик, скажем так, большой. И они потом его после выпекания разрезают на кусочки. Форму не нужно смазывать ничем, потому что у нас тесто это сплошное масло. Я так сначала, наверное, пальцами все-таки его распространю, а потом скалкой просто разровняю. Вы можете толщину слоя делать толще или тоньше. Если потоньше сделаете, то печенье будет больше хрустеть и рассыпаться. А если оно такое будет более толстенькое, то оно получается таким более нежным и как-то так больше тает во рту. Я делаю сейчас слой где-то, наверное, миллиметров 7, а может и в сантиметр. Достаточно толсто. А вы там уже смотрите по своему вкусу. Раскатали и все хорошенько заровняли. Теперь нам нужно разделить наше тесто на 8 частей. Но мы не разделяем его полностью, а только чуть-чуть надрезаем сверху. То есть не доходим до самого конца по глубине. Можно и на 16 частей разрезать, а можно и не треугольничками, а какими-нибудь там квадратиками, ромбиками, это не важно. Какая форма для ваших печенек вам нравится, такую и надрезайте. Эти надрезы нам нужны для того, чтобы по ходу, как будет печься печенька наша, чтобы из этих разрезов выходил пар, и чтобы она не становилась такой, знаете, горбатый, так сказать, а чтобы все оставалось ровненьким.
А вот так делать круглый коржик и разделять на 8 частей, это как раз традиционно для англичан. И теперь нужно проткнуть вилочкой. Можно как-нибудь, а можно как-то красивенько это сделать. Тоже не до конца, просто чуть-чуть протыкаем. Выпекаем наш коржик в разогретой духовке до 180 градусов. Минут 15 где-то, там плюс-минус. Вы смотрите, пока он подзолотится. Но чтобы он не стал таким коричневым, это будет уже перепеченное печенье. Оно должно стать таким светло-светло-золотым. Так выглядит готовая печенька. Как видите, она только чуть-чуть подзолотилась, не стала полностью коричневой. Пока она еще горячая, я сразу разрезаю по этим линиям, которые мы сделали. Я сразу же аккуратненько разрезаю, пока печеньки еще мягкие, потому что по мере остывания они твердеют. Остывшие печеньки можно сложить в плотно закрывающуюся баночку, и они могут так храниться. Таке печиво зробила моя матуся, але зберегти його не вдалося. Наступного разу потрібно зробити вдвічі більше. З вами була дитяча телестудія та її ведуча Анна.